Сразу на нескольких теплоисточниках Ульяновска заменены котлы. В рамках программы обновления технологического оборудования энергетики установили 2 новых водогрейных котла на теплоисточниках «Моторный завод» и «Патронный завод». Чтобы демонтировать старый паровой котел высотой около 6 метров, инженерам «Моторного завода» пришлось попотеть. Демонтаж, наверное, начался где-то в сентябре. Пошла подготовка, то есть установили кран-балку, вот, чтобы помогать затаскивать. И где-то уже котел мы, наверное, установили. В марте месяце уже его установили. Котел на моторном заводе саратовского производства. Предназначен для подачи горячей воды в летний период. От котельной моторного завода у нас снабжается горячей водой 4 жилых дома и 1 детский садик. И, соответственно, производственные цеха Ульяновского моторного завода. Что касается экономического эффекта, мы, да, считаем, что он будет у нас. В процентном соотношении будет понимание, когда он будет включен в работу. На патронном заводе водогрейный котел изготовлен в Смоленске. От него горячая вода будет поступать потребителям нижней террасы. На данный момент в котельных идут пусконаладочные работы. Планируется, что новое оборудование даст порядка 10% экономии газа и электроэнергии. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.